Все тот же упомянутый сегодня внук Семена Катца, мальчик Сема. Вам тоже понравится. Мальчик родился и вырос в Германии. Тем не менее, за счет слетбардовской песни там люди ставят палатки. И вежливый мальчик Сёма, ему уже 12, вот сейчас ему исполнилось 13, была бармитсва, все дела. Он понимает, что он уже взрослый человек, и он предлагает одной даме помочь поставить палатку. Берет камушек, чтобы вбивать колышек, и женщина начинает держать колышек. И Сёма выдает дословно следующее. На русском? На русском, да, на чистейшем. «Мадам, уберите руки, я не снайпер, я пулеметчик». Дама на всю жизнь запомнит. Ладно.